Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо, чтобы посвятить добрым людям и всему миру весело колядовать и славить Христа. Оксане не минуло еще и 17 лет, и была она капризна, как красавица. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, отставали мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один лишь Бакула, кузнец, был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. Ты зачем пришел сюда? Или, может быть, хочется, чтобы выгнала за дверь лопату? Ха-ха! Знаю я вас, вот все мастера к нам подъезжать. Вмиг пронюхаете, когда отцов нету Мушки, дома. А я как дурак очей с нее не свожу, и ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет любить. Чёрные брови карие очи, страшно дивились, ведь счастна вас не будет спать ни в день, ни в ночи, все будет думать очи. Присылай сватов. Вскрикнула Оксана, переступив порог и увидев кузнеца. И вперила с изумлением и радостью в него очи. В
Погляди, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые царица носит. Нет, нет, не надо мне черевиков. Я и без черевиков. Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда она не была так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее загорелось, и она стала еще лучше. Народных инструментов России имени Осипова.